Вопрос, почему не заводится двигатель после снятия и обратной установки клапанной крышки двигателя? Вставляем ключ зажигания, поворачиваем. Включается магнитола. Включилась магнитола, поворачиваем ключ до щелчка. У нас загорается панель приборов машины. Так, лампочки все протестировались. Система протестировалась и погасли. Включаем зажигание на заводку. И у нас идет такой маленький или щелчок, еле слышный. Обратно ключ на себя делаем. Лампочка неисправности двигателя загорается. И лампочка аккумуляторной батареи. И затем включается полностью панель приборов. Вот вытаскиваем ключ зажигания. Уходим из машины. И смотрим, что у нас зарядное устройство аккумулятора отключилось от зарядки. Хотя до заводки машины у нас было на зарядку включено. Вопрос, почему не заводится двигатель? Может быть, какие-нибудь при разборке я вот мучился от генератора лампочку. Открутить вот этот вот штекер, не мог его открутить, ну может быть, вот дергал и чем-нибудь открутил. Ну и когда клапанную крышку мы поднимали, вот эту часть тоже, она туго вот сюда наверх и в бок уходит. Может быть, тут где-то тоже провода задел какие-то. Вот вопрос, как это проверить, в чем неисправность.